Здравствуйте, друзья мои! Пусть мир от Бога придет изменить вашу жизнь. Это программа «Шоу Веры». В ближайшие полчаса доктор Суарес придет к вам с простым Словом Божьим. На самом деле Бог очень прост. Вещи Бога очень объективны. Мы хотим показать вам, как легко получить благословение Господа. Легко достичь присутствия Бога. Легко получить ответ от Бога, меняющий вашу жизнь во имя Иисуса. Для этого важно, чтобы вы приложили свои усилия, чтобы слушать Слово Божье. Слушая Слово Божье, вы получите понимание, как выйти из некоторых ситуаций. Иногда это трудности, иногда проблемы более серьезные. Но Бог даст свое Слово, оно придет, чтобы дать нам свет. Библия говорит, что Господь – мой свет и мое спасение. Если Бог принесет свет для вас, вы узнаете, как выйти из тяжелой ситуации. Абсолютно во имя Иисуса Христа. Также совсем скоро посмотрим историю из реальной жизни, где увидим одного человека, говорящего, что Бог сделал для его жизни, для его семьи, то, в чем он нуждался от Господа, и он получил. Затем послушаем некоторые ответы на вопросы людей, которые нас ищут. И, наконец, после всего этого мы будем молиться за вашу жизнь, мы будем призывать силу Бога, веруя, что Бог остается верным, остается в той же форме, что было в прошлом. Он остается сегодня, и Он будет жить в вашей жизни во имя Иисуса. Хорошо? Итак, переходим сейчас к слову веры, представленному доктором Суаресом, а затем в конце я вернусь во имя Иисуса. И для Иисуса эти прекрасные аплодисменты. Друзья, и еще один день благословений. Те, кто сейчас дома, оставайтесь с нами до конца программы, так как Бог сделает в вашей жизни нечто великое. И если время позволяет, позвоните нескольким братьям и сестрам, с которыми вы знакомы. Сейчас начнется шоу веры, так как сегодня Бог протянет свою руку и благословит нас. И я хочу проповедовать вам важное слово в отношении призыва Гидеона. Дело в следующем. Кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. Когда Бог дает нам откровение в слове, открывает ваше понимание, храните это откровение. Если вы имеете, он даст вам еще. Однако, если вы его оставите, враг склонит вас, чтобы вы потеряли. Он будет убеждать вас, что это вам не подходит, и то, что вы думаете иметь, то у вас отнимется. После откровения Бога вы станете либо лучше, либо хуже. Вы не останетесь с тем, что имеете. Он вам дал, а вы отказались. И то, что вы думали, что вы имеете, то, в чем он вам помогал, отнимется у вас, и вы останетесь с пустыми руками. В книге Судей 6 мы видим, что Израиль обнищал. Существовал народ, называемый мадианитянами, который круглый год угнетал Израиль. Приходил, как саранча, во время урожая. Все, что могли, они забирали себе, а что не могли унести, уничтожали. И нация обнищала. Никто больше ничего не делал. Все пребывали в депрессии. Бессмысленно, зачем? Вот так. Тогда народ сделал кое-что, что и мы должны сделать. Об этом сказано в стихах номер 6 и 7. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян». Судьи 6, стихи 6 и 7. «И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и возопили сыны Израилевы Господу». Когда они возопили? «И когда возопили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян и из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». Бог ответил на их молитву, послав пророка, чтобы указать на ошибку. Так всегда происходит. Это глаз Божий, который пришел освободить нас. Кто получает откровение Бога? Я уже говорил здесь об этом.
станет либо лучше, либо хуже, больше не останется прежде. Так как если он сохранит то, что ему дано, Бог даст еще. А как сохранить? Принимать, применять. Но если он откажется, мне хватит того, что я имею. Вы ничего не имели, это было милостью Божией, которую вы хранили. То, что вы думали иметь или имели, у вас отнимется, будет хуже. Итак, мы всегда должны жить со словом. Пророк указал: «Я вывел вас из Египта, дал вам землю ханаанскую, и я сказал вам». Гедеон понял. «Не чтите богов аморейских». В те времена войны проводились во имя своих богов. И люди сражались, чтобы показать, что их бог лучше чужого. Гедеон понял. «Погодите-ка, у меня есть истинный бог». И что он сделал? Получил землю и засеял. Многие, должно быть, говорили: «Гедеон, не делай этого, ты безумец, мадианитяне придут и все уничтожат. Зачем сеять? Зачем стараться? У нас нет больше шансов». Есть люди, которые верят в это, есть семьи, которые поверили в такой обман. Люди считают, что нет шансов, мы именно такие, мы сборище отверженных. И мы должны быть ворами, жуликами, зависимыми прелюбодеями. Нет, нет, не делайте ничего подобного. Это гнилой разговор демона. Слово Божье пришло, чтобы улучшить вас. Бог говорит вам, что может изменить вашу жизнь. Если вы сглупите и откажетесь, у вас отнимется то, что вы думаете иметь, и тогда будет хуже. Но Гедеон сделал иначе, он посеял. И когда стали появляться всходу, он, должен быть, был счастлив, продолжал расти, а народ – безумец, безумец, безумец. Потом появились колосья пшеницы, они возревали, приобретали свой красивый цвет, напоминая золото, а люди смотрели, и поползли слухи, что мадианитяне уже на подходе. Послушайте воззвание Гедеона в 11 стихе. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову, сын его Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему». Он видел ангела Господня. «Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и передал нас в руки мадианитян». Он был решительным человеком, друзья. С Богом вы должны быть откровенным. Если вы считаете, что Бог вас покинул, что лишил вас удачи, поговорите с ним. Если вы считаете, что Бог вас подвергает искушению, скажите: «Бог, Господь меня искушает?» Конечно же, нет. Укажи мне причину. Вы не должны бояться говорить с Богом о том, что у вас на сердце, уважая Слово. Например, когда я молил Иисуса исцелить мои глаза и уже рассказывал об этом, мне было лишь 22 года, у меня был астигматизм, 4 месяца в очках, каждый день ругаясь. Я, прежде чем выйти из дома, я молился, не задевая Бога. Но я ничего не понимал, я не знал намерений. Я преклонял свои колени, брал Библию каждый день, прежде чем надеть очки. И так я вставал на колени на пол в квартире, в которой я жил, и говорил следующее, открывая Библию на Исаии 53, говорил: «Господь, кто же прав? Врач?» Я показывал очки. «Похоже, что так. Так как когда я их не ношу, у меня болит голова. Или Господь?» Господь здесь говорит: «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами его мы исцелились». Господь, Господь заявляет, что Господь сделал это. Теперь я исцелен. Но похоже, что прав врач, но я предпочитаю верить, что это Господь. Помоги мне». А потом молился, каждый день вставал и делал это. Брал очки и говорил: «Я буду вас использовать, как я вас нуждаюсь, но я вас ненавижу. Однажды я вас выброшу». То есть у меня не было полной уверенности, я каждый день использовал, каждый день делал, я не подчинялся Богу. Когда я и спрашивал, кто же был прав, так как с человеческой точки зрения, если понаблюдать, то это врач, давший мне очки, и мне нужно было. Но для меня правдой было слово, и я был далек от откровения до того дня, когда Бог меня исцелил. Итак, Гедеон сказал: «Кто говорит, Господь, со мной? Если бы Господь был со мной, я бы так дал этим мадианитам, что они не подумали бы вернуться в нашу землю. И где же все твои чудеса? Если Господь использует других, почему не использует меня?»
Когда Гедеон сказал это в молитве, смотрите, что произошло. Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя». Это была миссия, призвание Гедеона, которое он почувствовал, когда начал сеять. Он не испугался обстоятельств. Итак, пришел ангел, это было послание Господа Бога. И он разговаривает с Господом: «Где все твои чудеса? Я посылаю тебя, иди с этой силой твоей». В чем была сила Гедеона? Его семья была самой бедной на земле отверженных. Он был младшим. И в чем была его сила? Была в вере. Было в знании, что он имел, что если Бог будет с ним, он изменит ситуацию. Брат, понимание того, что Бог уже дал вам, дьявол будет всячески пытаться вырвать из вас. Не позволяйте, так как это понимание – ваша удача. Что Бог сказал, Господь Бог выполнит. И вы не должны бояться никоим образом. Вы должны оставаться твердым и непоколебимым. Бог дал мне, Бог выполнит. Молясь, намереваясь, тогда Бог даст вам новые поручения. Вы будете выполнять, и когда вы откроете глаза, дело сделано. Пришел день, когда Бог исцелил мои глаза. В этот день я возвращался из своей церкви, я ехал через район Рио, называемый Катумби. И там стояла церквушка из дерева, напоминавшая кузницу, где раньше подковывали лошадей, ставили им подковы. Я вышел из автобуса и зашел в церковь. Там было не более 30 человек. И пастор в тот день задержал службу. Никогда ни за что не жалуйтесь. Если бы он начал службу вовремя, я бы не присутствовал. Я думаю, Бог заставил его опоздать, чтобы я получил благословение. Было уже 9 с небольшим, служба в моей церкви закончилась, и я не знаю, почему он начал поздно. Он не проповедовал и 5 минут. В прямом смысле он сказал моему сердцу: «Кто хочет исцелиться, поднимитесь». Я встал. «Сделайте шаг вперед». Я шагнул и уперся с камнем впереди. Я находился в последнем ряду. «Склоните голову». Склонил. «Закройте глаза». Закрыл. «Я очки здесь». И пока он молился, я ощутил дуновение ветра. Я снял, не открывая глаз, сказал: «Никогда больше вас не надену». Слава Богу. Брат мой, почему получилось? Потому что я имел. Согласно тому, что он мне дал в слове, и Иисус понес мои немощи, именно это я у него спросил: кто истинный, Господь или врач? Похоже, что врач, но я предпочитаю верить, что Господь. И я заявляю перед тобой, что буду их использовать, пока Господь меня не вылечит, но от тех пор я буду протестовать, я не смирюсь. 4 месяца борьбы, и я получил благословение. А что Бог говорит вашему сердцу? Храните, брат мой. Брат мой, не отказывайтесь, так как это ваша жизнь. Ангел сказал ему: «Я не повелевал тебе». Но когда же ангел повелел? Когда он услышал, как пророк говорил: «Вы чтите богов аморейских, которые вам угрожают». «Ага, так, тогда я буду сеять». Он уже подчинился Богу. Когда же вы начали подчиняться Богу? В день, когда вы поняли, что в Евангелии есть для вас выход, и вы начали ходить в церковь. Однако, возможно, не хватало кое-чего. Дьяволу удалось выбить из-под вас почву, и вы теперь потеряны. Ах, мой Бог, нет вариантов. Есть. У вас получится. Будьте стойкими. Это Бог начал доброе дело, Он и завершит его в вашей жизни. «Я не послал тебя, Гедеон». Тогда Гедеон поднял голову и решил подчиниться. Некоторые люди говорят, я уже слышал со слов проповедников, что он был весьма скромен или труслив, так как он испытал Бога. Посмотрим, что из испытания он предложил Богу. Об этом стихах с 37 по 40, глава 6, с 36. «И сказал Гедеон Богу: „Если ты спасешь Израиль рукою моею, как говорил ты, то вот, я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, став рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росы целую чашу воды.
И сказал Гидеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Он дошел до той черты, что и мы иногда доходим. Не переборщил ли я? Бог хочет этого. Тогда дай-ка мне убедиться, чтобы не осталось сомнений. Я не говорю, что вам нужно повторять это. Но может быть и другое испытание, которое Бог дает, чтобы когда вы подчинитесь, у вас не было сомнений ни на десятую долю процента, на 100% уверенности. Я вижу это в усердии Гидеона. Бог выполнил это, мужчина пошел. Сначала он собрал очень большое войско, в нем было 30 тысяч человек, Бог сказал, слишком много. Гидеон сократил, кто трус, кто боится, кто недавно женился, согласно тому закону, и тому подобное, вернитесь домой. И вернулись, он остался с 10 тысячами. Ладно, 10 тысяч хватит, Бог сказал, очень много, Гидеон. Я еще не смогу освободить. Вначале он хотел освободить только с ним. Но он захотел, чтобы Бог выбрал других. И что же мне делать? «Отведи народ к воде, того, кто лакает воду, как собака, тех и оставь». И он подумал, что должны идти другие, так как с человеком, пьющим, как животное, не все в порядке. И так попили, он их оставил, и Бог сказал, они остаются, так как этим не подчинились. И в час, когда вы направляемы Богом, вы действуете именно так, как будто сам Бог. Вы делаете вещи, которые не представляете. Под управлением Бога вы определяете, в случае этого сражения с этими тремястами Гидеон одержал победу. Брат мой, в чем тут секрет подчиняться Богу? Снова повторю, кто имеет, тому дано будет. Услышал, сохранил. А кто не имеет? Нет, у меня уже есть достаточно. Кто думает, что имеет, хоть и не имел, это все милость Божия, у того отнимется и будет хуже. Пусть с этого дня вам станет лучше. Позвольте мне помолиться за вас, Отец, во имя Иисуса. Это слово «Отец» имеет очень большой вес. Я не хочу, мой Бог, чтобы мой народ, те, кто меня сейчас слушают, потеряли бы то, что думают иметь, но чтобы они проснулись. Так как то, что Господь дает сегодня, принадлежит им. То, что они думали иметь, было как одолжение, чтобы поддержать их в жизни победителей. Но Бог, сегодня Бог дает то, что их. Это понимание. И это понимание будет расти. Это понимание будет увеличиваться. Это понимание сделает из них победоносных личностей. Потому, Отец, во имя Иисуса большое спасибо. Во имя Твоей славы я благодарю Тебя. Спасибо и аминь. Вы обратили внимание, друзья мои, Бог говорил с вами сегодня. То, что вы думали иметь, что вам помогло по сей день, было как одолжение. Теперь Бог дает вам то, что ваше, а именно понимание. Если вы откажетесь, Он уберет одолженное. У вас не будет ничего. Берите, что Бог дал, и Он даст вам намного больше. Это не религиозное послание, это слово Создателя созданию. Отца Небес своему Сыну, того, кто нас любит и кто призвал нас быть благословением во имя Иисуса. Аминь. Теперь история из реальной жизни. Моя жизнь была неспокойной, даже слишком. Все текло своим чередом. Ходила на самбу, вечеринки, ночные тусовки, были отношения. И я верила в духов, я была спиритистом, пока не задалась вопросом. Почему у меня появилось столько проблем? Проблемы с самим спиритизмом, проблемы внутри семьи, постоянные ссоры, вечная ругань. Анна Валерия всегда была человеком крайне веселым. Да. В кавычках. Я много пила, постоянно курила. Однажды я
решила купить квартиру. И все было улажено, я была счастлива, как никогда. И тут вдруг возникло много проблем. Я уже стала понимать, что могу потерять квартиру и увязнуть в долгах. Я впала в отчаяние и обратилась к человеку, которому я тогда очень доверяла, к провидице. Она разложила карты и сказала: «Валерия, у меня для тебя плохие новости, ты потеряешь все. Все, даже свою жизнь». И я была в полном отчаянии. В этом отчаянии я познала Господа. Потому что я посмотрела на небо и сказала: «Если Бог существует, если Он есть в этом мире, я не умру. И я не потеряю эту квартиру». И я вернулась домой. Я плакала всю дорогу до самого дома. Когда я пришла домой, моя сестра, которая уже была верующей, сидела в гостиной и спросила: «Что ты тут делаешь?» Святой Дух направил меня прийти сюда, чтобы я предприняла что-то. И я стала молиться за себя. И в тот момент я действительно почувствовала, что Бог существует и что Он со мной. Когда она отказалась от прежней жизни, она сказала: «Господь, я в твоих руках. То, что должно быть моим, будет моим. Я ставлю тебя во главе всего, что я буду делать, начиная с сегодняшнего дня». На той же неделе моя подруга позвонила мне и сказала, что пришли мои деньги. И я не ожидала, так как их задерживали. Из этих денег я расплатилась по всем долгам. Не потеряла мою квартиру и даже смогла переехать. Я начала общаться с моей мамой. Моя мама уже ходила в церковь благодати, я не знала. Когда я пришла туда, в церковь благодати, я услышала такие слова. Слова самого Господа. «Если Бог с нами, то кто же встанет против нас?» И я почувствовала себя как дома. Я сказала: «Неужели Господь услышал меня?» С того самого дня, с того визита к гадалке, ты существуешь. Ты существуешь и услышал меня. Бог доказал мне, что Он сам был в заме, что Он сейчас со мной и что Он меня никогда не покинет. Однажды я смотрела телевизор и сердцем почувствовала: «Господь, я так хочу, чтобы Рафаэл нашел работу. Почему не спонсировать ради него?» И когда Господь заговорил со мной снова, уже второй раз в церкви, я решила взять банк и подумала: «Что же делать? У меня в банке нет ни копейки, пусто. Что же делать?» И потом я вспомнила, что у меня было 10 реалов. Я взяла эти деньги и заплатила. Спустя неделю мой племянник уже начал работать. Он сумел найти работу. И в конце месяца я снова спонсировала, заплатила 10 реалов. И мой племянник нашел еще одну работу. Он стал работать в двух местах. Тогда Бог снова коснулся моего сердца. Почему не спонсировать? Ради финансового благополучия, тебе это нужно. И я стала спонсировать. В то время не было зарплаты, ничего не было, не было денег. И Господь обратился ко мне и направил меня делать закуски. И я начала готовить закуски, брала рецепты у друзей, готовила. Знаете, я продала много, людям понравились мои закуски. Все, о чем она думает, Бог выполняет. Но она также не забывает быть верна Ему. Выполняет обещание, данное Богу. Она теперь другой человек, совсем другая Анна Валерия. О, слава Богу, этот Бог хочет сделать то же самое в вашей жизни. Сестра моя, не бегите от откровения Бога. Вот я повелеваю тебе. Делайте то, что Бог вам говорит. Не торгуйтесь с Богом. Но Бог, нет-нет, я подчиняюсь. Иисус сказал: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Заповеди Бога не болезненные, не тяжелые. Заповеди Бога – это выход, который Он дает, чтобы вы одержали победу. Давайте поднимемся, чтобы теперь помолиться во имя Иисуса. Сейчас склоните свою голову, закройте свои глаза. Отец, мы сейчас молимся, объединив нашу веру, мы вступаем в Твое присутствие. Вступайте сейчас, брат мой. Необходимо, чтобы вы сказали Богу о том, чего хотите. И Бог, дай уста этому человеку, дай мудрость. Отец, дай опыт молиться тому человеку, который нуждается в благословении и не знает, как молиться. Не спошли теперь свыше свою силу, чтобы исцелять, чтобы освобождать, чтобы преображать, чтобы творить чудеса. И, Отец, я объединяю свою веру с верой каждого человека. Мой друг, моя подруга,
Я сейчас молюсь с вами. В чем вы нуждаетесь во имя Иисуса, можете верить, что я сейчас запрещу это зло. Я воспользуюсь властью, которую Бог дал мне, и я скажу: дух болезни, дух неприятностей, дух нищеты, безработицы, любой вид давления, уйди из этого человека. Убирайся сейчас же во имя Иисуса Христа, разрушены все деяния зла. Хорошо, возвращаемся сюда, в нашу студию, и вы, телезрители, поняли, что Слово Бога требует четкой позиции. Что это за позиция? Смотреть на Слово Божье, верить в это Слово, применять это Слово в жизни, и вы почувствуете Слово Бога в своей жизни. Прямо сегодня, прямо сейчас, возможно, я говорю с людьми, которые уже чувствовали нечто лучшее, происходящее с ними. Боль уже уменьшилась, уже разрешилась. Другая проблема, более серьезная, не знаю. Если вы этот человек, я приглашаю вас воздать славу Богу. Не только лишь у себя дома, но прославлять Бога свидетельством. Это наш телефон и наш имейл, который мы поместили на экране, чтобы вы связались с нами, оставили свои контакты, вышли с нами на связь и рассказали, что Бог сделал, или, может, чего Бог не сделал, но вы уверены, что сделает. Потому что здесь мы хотим молиться за людей, хотим благословить вашу жизнь. И верим, что Бог привел нас сюда не случайно. Не чтобы посмотреть, что получится, но чтобы открыть вам слово, и это слово изменит вашу жизнь. Тех друзей, кто чувствует призыв быть спонсорами этого дела, хотим пригласить всех стать частью этого дела во имя Иисуса. Благословение Бога бесплатное. Вы не платите, чтобы быть благословенным. Но Бог вдохновляет людей, чтобы благословить нашу жизнь, чтобы благословить наших домашних, а также чтобы сохранить эту программу. И если вы один из них и чувствуете призыв Бога, вы сейчас возьмете свой телефон, позвоните нам, скажете нам свои данные, и мы вас сориентируем во имя Иисуса. Если вы не хотите или не имеете возможности позвонить нам, вот наш имейл, который тоже доступен во имя Иисуса. Договорились? Мы подошли к последним минутам этой программы. Да пребудет с вами Господь, и до встречи во имя Христа.